Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні – Олена Андріївна Герасимчук, голова профспілки працівників малого та середнього бізнесу Миколаївської області. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Олена Андріївна, ну, собственно, ми вас сьогодні представляємо як руководителя профсоюзу роботників малого і середнього бізнесу Миколаївської області. Ну, в початку, може бути, в качестві такого небольшого вступлення, ми скажемо нашим зрителям, що у вас немножко помінявся статус, і ви тепер возглавляєте Федерацію асоціацій малого і середнього бізнесу. Да? Що це за організація, какова ціль її створення? Я так понимаю, это организация такого национального уже масштаба. Да. Если рассматривать, я с 2005 года возглавляю Николаевский областной профсоюз работников малого и среднего бизнеса. Это общественная организация, но есть специфика. Профсоюз – это общественная организация, которая занимается защитой социальных и трудовых прав, скажем, предпринимателей, представителей бизнеса. Но мы уже вышли, работая на протяжении 9 лет, мы уже вышли из уровня только защиты, только социальных и трудовых прав. Поэтому принято было решение о том, что уже укрупниться, и на основании той базы, которая существует, существовала на базе профсоюза, а в профсоюз входят созданные профсоюзные организации практически всех отраслей деятельности малого и среднего бизнеса. Мы укрупнились, создали ассоциации, есть ассоциации, которые уже давно созданы, и есть ассоциации, которые вновь созданы, мы их объединили, и родилось в 2013 году, в ноябре месяце, новое общественное движение, которое вошло в Федерацию Ассоциации малого и среднего бизнеса. Федерация, она уже имеет право работать, уже выше, скажем, уровень, это всеукраинский, и кроме того, мы уже начали работать и с рядом стран европейского уровня, Америка, Англия, мы с Турцией ведем переговоры, и страны постсоветского периода. В Киев перебираться не собираетесь? Пока нам и здесь хорошо. Хорошо. Поговорим в таком случае о наших проблемах. Ну, собственно, это и было целью нашей сегодняшней встречи в студии. Лето в разгаре. Собственно, традиционно летом мы привыкли гордиться нашими курортными зонами, особенно привыкли гордиться курортной, ну, или в кавычках, гордиться курортной зоной Коблево. Вот мы видим, что в последнее время и общественность предпринимательская как-то обращает внимание на эту ситуацию, губернатор на нее обратил внимание, часто происходят некие встречи, даются некие поручения, и складывается такое впечатление, что они себе даются, ну и все, или нет. Что там сегодня происходит в Коблево? Я немножечко зайду к истории всего движения, которое происходит в Коблевской зоне. Коблевская зона – это действительно, как мы считаем, и бизнес считает, который там работает, это жемчужина нашей Николаевской области. И этой жемчужиной надо гордиться. Но, к большому сожалению, годами там была создана такая система, которая привела к такому состоянию, что большинство жителей нашей области говорит, да нет, мы туда не поедем. И большинство все-таки прием гостей проводила Коблевская зона. Это страны Молдова, Белоруссия, потому что эти страны отдалены от побережья Черного моря, поэтому ехали туда отдыхающие. С ближних, и с России приезжали. Это уровень курорта, который чуть ниже был, чем крымский, и поэтому желающих, это для отдыхающих среднего уровня, был достаточно такой хороший курорт. Но проблем настолько там всегда много, и само собой отзывы, мы читаем когда отзывы в интернете предыдущие года, о том, что было очень много жалоб на курортную зону. Я хочу вам сказать, что бизнес, вот я уже с этим бизнесом работаю третий год, я была приглашена туда три года назад, в 2011 году, 2012 год мы уже зашли. Основная была проблема, это коррупция, которая существовала в Коблевской зоне. Проблема основная, еще более важная проблема, это было нежелание органов местной власти принимать решения по наведению порядка. Вот как раз 11-12 год, 10 был период передачи Коблевского курорта этой зоны. Она находится по замежам села Коблево. И раньше она находилась в ведении райадминистрации Березанского района. Потом ее передали уже в Коблевский сельский совет. Вот естественно, что процесс перехода, он сам собой показал, сколько там всплыло проблем. К большому сожалению, основные проблемы, которые затрагивают интересы нашей общины, нашей области, они до сих пор не решены.
Первое, что предпринимателей больше всего скажем так, волновало, когда вот эта прошла передача, до этого были всегда выстроены определенные условия работы. Открытие начала сезона. Чем он заключался, это открытие сезона? Каждый руководитель базы отдыха, мы же не говорим за торговые объекты, они должны были получить разрешение на открытие сезона. Это было нонсенс. Раньше еще была дозвольная система, в былые времена там получали дозвол на начало работы, но потом эта дозвольная система, она, разрешительная система, она претерпела изменения в лучшую сторону для субъектов хозяйствования. Но инерционно еще администрации Березанского района, потом сельского совета требовали от руководителей баз отдыха, торговых объектов получить разрешение на начало открытия сезона. И вот нам пришлось в 2012 году очень болезненно ломать эту систему. Почему пришлось ломать? Потому что проходить разрешительную систему, она никакой необходимости не было, но она само собой несла расходы предприятий до 20 тысяч гривен. То есть был такой бегунок, нужно было пройти 16 служб, санстанция, ветеринарная служба, райадминистрация, сельский совет, кого только туда не включали, коммунальные предприятия. И проходя вот этот весь бегунок, предприниматели подсчитывали, директор, вас до 20 тысяч гривен составляли расходы. Потом, после того, как получалось это разрешение... Это были коррупционные расходы, да, или это официальные? Это коррупционные расходы. Это Таких расходов никогда не было. Но чтобы получить согласование, я каждая понимаю, подпись все, мы стоила поняли, да, денег. Вот нужно было раздать всем контролирующим службам по конвертику. Да, да, и в это время, практически потом, контроля никакого не было. Но директору базы, помните, когда есть руководитель предприятия, собственник, и есть у него такой объект-миллионник, у него желание сделать этот объект настолько привлекательным, чтобы к нему ехали отдыхающие. Ведь для нас всех не секрет, что курортный сезон в Коблево – это нонсенс. Вместо мая, с мая месяца по октябрь месяц, там длится всего-навсего 2 месяца – июль и август. В июне месяце, вот на сегодняшний день, полностью Коблевская зона стоит пустая, несмотря на то, что Крыма нет. Ну и погодные условия, и все-таки, наверное, еще наша ситуация в Украине сказывается. Но тем не менее, все равно каждый год, июнь месяц, были базы отдыха не заполнены. Что такое заработать деньги за 2 месяца, то чтобы 10 месяцев дополнительно еще содержаться? Подождите, я прошу прощения, я, может, рассуждаю как обыватель, но они же не уходят оттуда. Не да, ходят? 2 месяца, иногда 1,5 месяца, активный сезон, ну не уходят же оттуда. А и как они могут растет, уйти, если есть недвижимость? И миллионы туда вкладываются. Вот с точки зрения потребителя услуги, николаевцы действительно многие не любят Коблево. Почему? Пляж грязный, не убирается, дорог нету, внутренних проездов нету, колдобины вот такие вот в колено. Ну что еще там? Ну вот, вот как бы 2 основных. Да? Море относительное, но от нас не зависит. Грязь, дороги, качество воды, там, вот эти вот вещи. И это не решается из года в год. Вот сейчас и предприниматели об этом говорят. Об этом... Вы говорите о том, что и власть не хотела обращать внимание, главное было деньги собрать. Ну вот власть поменялась вроде бы. Вроде бы губернатор дает какие-то команды. Но есть какая-то реакция? Что происходит? Вот бизнес реагирует на вот эти все моменты, которые вы обозначили. Как я вам сказала, прошла передача от одного управления с органом местной власти, перешла к сельскому совету. Вместо того, чтобы быстро напрячься области, вложить в инфраструктуру деньги, ведь без вложения областных нового ресурса там ну, быстро не решите вопросы. Дороги общего пользования должны быть, это, естественно, на уровне области решаться. Проезды. Базы, все, что на территории баз, они сегодня, большинство баз отдыха находятся в состоянии, которое можно, это уже сказать, европейский уровень. Мы когда проходили вот сейчас, объезжали базы отдыха с комиссией, показывали, есть что показать. Были представители с разных средств массовой информации Украины, была задача показать, насколько привлекательный и хороший есть такой курорт. Были многие удивлены, что, кажется, знали о Коблево, что есть такое, но думали, какое-то село, и что там абсолютно нет никакой инфраструктуры. Когда мы завезли людей на базы отдыха, они увидели, насколько это красивая база, насколько есть место для отдыха. Проблема остается, это пляжи, проезды, освещение, которое внутри, между базовой территорией. Это то, что загальное користование. Третий год колокола бьют директора баз о том, что надо навести порядок. Сельский совет абсолютно ничего не предпринимал, никаких мер. Мы обращались неоднократно и к губернатору, к заму губернатора. Проходили встречи, они все проходили технически. И мы понимали, что тогда видели, это явно выражено было, не было желания что-либо у власти делать. Вот только было только коррупционные схемы. Разместить, землю продать, землю отдать. И самый основной бич на Коблевском побережье, как оказывается,
И победить его до этого времени у нас не было возможности. Это то, что еще в 2008 году губернатор Горкуша своим распоряжением передал пляжную зону в пользование коммерческому предприятию ААС. Передал как рекреационную зону. То есть появилось предприятие, которое обязано было убирать эту территорию. Вместо этого встретились все с следующей проблемой. Это предприятие стало давать свои договора и на пляжной территории, которая, к большому сожалению, сегодня не числится у нас как в земресурсах, не числится как пляжная территория. А эта лесовая зона покрыта шаром песку. Это дало право ААСу, сельскому совету, райадминистрации выдавать акты на землю. Сегодня пляж в определенном проценте роздан в собственность земля. С чем идет борьба уже третий год, судебные тяжбы, прокуратура подтянута. И мы видим, насколько желание прокуратуры отсутствует наводить порядок, насколько желание исполнительных служб работать, насколько желание нет у райадминистрации было и у сельского совета до сегодняшнего дня решать эти вопросы. Это только идет давление с бизнеса. Поменялась власть в области. Если помните, была самая первая встреча, у нас губернатор встречался с бизнесом, у меня было выступление мое в администрации, я говорила о проблемах, губернатор хотел слышать, какие проблемы у бизнеса, что нужно решать. И тогда я подняла вопрос, три вопроса. Это рынки, стихийная торговля. И третья подняла Коблева, которая требует, еще это был март месяц, требует особого вмешательства губернатора. Губернатор после моего выступления создал, то есть была создана не рабочая группа, а было распоряжение о проведении ряда встреч. Была первая встреча, на которой мы подняли вопросы от бизнеса. Губернатор слушал, что бизнесу сегодня мешает там развиваться. Мы полностью дали весь перечень проблем. На этот перечень проблем, это как раз и земельные вопросы, и состояние ААС, то, что не убирает, его нужно привлекать к ответственности, требовать особые условия, о том, что нужно освещение, о том, что нужно убрать машины, которые стоят на проездах, о том, что нужно решать вопрос, что сегодня пешеходы, проходы, проезды уже все отдаются в собственность, и там строятся рестораны, кафешки, просто стоят уже на тротуарах, что людям негде ходить, людям негде ездить, фонтанов нет, цветников нет и так дальше, не убираются территории. Я вам хочу сказать, когда губернатор на распоряжение, мы первый раз увидели, что распоряжение уже было конкретнее, доручение на выполнение. И мы увидели, вот как власть показала гнилость нашего государства. Был полный саботаж представителей власти, требования губернатора. И так прошла одна встреча, вторая встреча, доручение за доручением. Я прошу прощения, на уровне районной администрации, на уровне сельсовета, на уровне, я не знаю, там МЧС, МВД, то есть на каком уровне был саботаж? На уровне сельский совет, больше всего исполнительная власть. Что говорить со стороны контролирующего, я сейчас говорить не могу, потому что сегодня органы МЧС проверяют, мы с ними постоянно работаем, там, где нужны базы отдыха, они находятся на контроле, все необходимые меры, которые по пожарной безопасности проходят, они проводятся. А вот что касается пожарной безопасности за территорией баз отдыха, это уже вопрос. Мы поднимали вопрос, почему не идет обкос территории земельных участков, это Очаковского лесхоза, Коблевского, ВАД Коблевского, это винзавод, почему они есть арендаторами земли, почему они эту землю, когда сухостой стоит, они не работают с этим сухостоем. Вот ряд таких вопросов, которые поднимался, что нужно делать. По технике безопасности нет освещения. Представьте себе, какой год поднимали вопрос о том, что сельский совет, принимая налоги к себе на расчетный счет, не вложив ни копейки, не сделали ничего для того, чтобы развивалась эта отрасль, развивалась курортная зона. Это нонсенс. Когда директора баз уже, сделав у себя на базах порядок, понаводили, вытянули на соответствующий уровень свои базы отдыха, за свои деньги провели свет. Хотя губернатор дал доручение Облэнерго провести этот свет. Облэнерго было полностью проигнорировано, но Антощенко не понес никакого наказания. Сельскому совету коммунальное предприятие было дано доручение, то, что все обкосы прошли, что ремонт дорог был проведен, то, что нужно ямочный, что нужно было сделать, побелить деревья, повырезать деревья ненужные, с рекламой навести порядок. На сегодняшний день реклама в запущенном состоянии, обкос дорог, стрижка травы, вырубка деревьев предприниматели проводили за свои деньги, ямочный ремонт, где можно возле своих баз, базы делают за свои деньги.
Я хочу сказать, что зимой... Я прошу прощения, вот я вас слушаю, у меня все-таки вот крутится на языке то, что называется вопрос. Ну, конверты по 20 тысяч гривен раздали перед началом сезона? Нет. Нет? Нет. Вот и состоит наша работа... Ну и то, слава богу. Нет, с 2012 года конверты больше не носятся. Поэтому мы прекратили. Вот тогда, когда уже профсоюз вошел на Коблевскую территорию, это было очень болезненно, это проходило очень жестко, скажем так, с двух сторон. Пошли грязные статьи в мой адрес профсоюза, мой личный адрес, прошли в адрес... отдельных руководителей предприятий, которые проявили активность, было очень много вылета грязи. Но мы это все пережили, это понятная реакция тех, кому наступили на пятки. Вы помните очень громкое дело, когда у нас был смотрящий в Коблевской зоне, мы остановили его работу ценой того, что, естественно, не уволили, а перевели начальника милиции района. То есть мы очень много сделали для того, чтобы побороть вот эти схемы коррупционные в отношении Баскова. Хорошо, ну и вот теперь вы говорите, исполнительная власть саботирует. Сельсовет саботирует. Ну что с ним делаешь, с избранным сельским головой? В Коблевской зоне хочу вам внести еще одну ясность. Для всех это нонсенс. Коблевская зона – уникальная зона в отношении всех остальных территорий зон отдыха. Есть Очаковская, есть Одесский, есть Херсонь. Есть территория, которая при сельскому совету. Но осуществляет деятельность в Коблевской зоне предприятия, которые не являются членами общины Коблевского сельского совета. Бизнес весь приезжий. Базы отдыха в большей части содержат это собственники, не являются жителями села. Это представители из наших областей Украины. Я прошу прощения, это означает, что предприятия зарегистрированы не там? Не там. Налоги платят не там? Не там. Но Получается, что у сельсовета и рычагов нет? Ну, условно говоря, и деньги... У сельского совета как раз рычаги налоги, есть. Налоги где платятся? Земля. Платежи по земле идут в сельский совет. Туристический сбор идет в сельский совет. Подоходный налог по заработной плате жители села трудоустраивают, идет сельский совет. Если официально устроено. Да, вот сельский совет, мы имеем информацию, что они получают год 5 миллионов, хотя мы сомневаемся, там должно быть значительно больше платежей. Мы сейчас будем с этим всем, вот как уже запущен механизм с помощью губернатора, запущен механизм работы, мы надеемся, что мы все-таки увидим, сколько платежей должно по-настоящему поступать в сельский совет. Потому что, когда проходят периодические встречи, глава сельского совета выступает и говорит о том, что у нас есть земельные участки, которые давно переданы в аренду на 49 лет, на 25 лет, но там арендная плата минимальная. Поэтому стоит задача все-таки найти, обозначить эти объекты и решать вопрос о том, что земля должна иметь свою стоимость. Почему она до этого периода времени не переоценена, почему не поступают налоги в нужном количестве. Мы это сейчас будем разбираться. Я сейчас скажу, какую мы там работу проводим. Я хочу сказать о том, что по поводу уникальности, все работники, бизнес, который работает на побережье, он не может влиять на голову сельской рады. Они не являются его избирателями. Поэтому избирает село, а налоги платит бизнес. И вот в этом есть определенные несостыковки. Естественно, идет игнорирование сельским советом выделения денег. Буквально последняя комиссия, которая проходила, возглавлял эту комиссию Требуха, Владимир Михайлович, глава районной администрации. Вновь назначен. Он сам только пришел, человек, который окунулся в эти проблемы, поверьте мне, я вижу, какая у него болезненная реакция. Он сам, живя в том регионе, но не касался этой темы, он был представителем сельского совета, а совсем другого. Он себе даже представить не мог, что такое может быть вообще существовать в нашем государстве. И вот мы пошагово теперь очень болезненно эти все вопросы решаем. Так я вот задала Владимиру Михайловичу вопрос. Скажите, Владимир Михайлович, сколько из бюджета, который поступает в сельский совет, тратится на развитие инфраструктуры Коблевской зоны? Сколько? Ни копейки. Вот теперь будем говорить, а почему ни копейки, почему на дороге не потрачено, почему свет предприниматель за свои деньги делает. В то время очень много ведется капитальных строений. Вот смотрите, в чем, говорили, саботаж проходит. Идут капитальные стройки, капитальное строение строится, притом массивно, активно строится, май месяц, уже должны заезжать отдыхающие. Базы отдыха принимают уже на отдых уже с других регионов. Они как, мы приехали сюда для того, чтобы видеть ваши стройки, все заколочено, еще не убирается. Губернатор поднимает службы, говорит, ГАСК, скажите, пожалуйста, почему не остановлены стройки? Он говорит, у нас нет полномочий. Прокуратура, почему не остановлены стройки? У нас нет полномочий. Губернатор говорит, ну есть же постанова кабинета министра, ее же надо выполнять, а нет ни у кого полномочий. И по многим моментам, которые губернатор говорит, надо делать, почему выдали землю, кто выдал акт на землю, а у нас все правильно, у нас нема пляжа, поэтому выдали акт на землю, но те, кто давал акт на землю, те, которые давали, подписывали документы. Что делать? Традиционный, скажем так, отечественный вопрос. Что же делать? Другого власть говорит, нету полномочий,
предприниматели, ну теперь вы говорите, коррупционная составляющая отпала, но проблемы сохраняются. Что же другого нет? Механизма сегодня нет, как всему бизнесу объединиться. И вот то, что мы сейчас уже делаем 2 недели, вот так пошагово работать. Я хочу вам сказать, вот, к примеру, что мы сейчас делаем. На последнем совещании, которое проводил губернатор, это 2-1.5 недели тому назад, это было в субботу встреча. Губернатор уже, видно, понял о том, что сегодня, как бы он ни давил на службы, но ничего сделать со стороны инициативы от служб не идет. Поэтому он обратился к бизнесу и говорит: я вам даю полные полномочия. Начинайте вы со своей стороны выдавливать весь негатив. Что мы начали делать? Первое, мы проинициировали за распоряжение, чтобы было распоряжение, губернатор дал доручение, глава райадминистрации дал свое распоряжение, сельский совет тоже 2 распоряжения своих дал, и мы создали 2 комиссии. Первая комиссия стала работать по пляжу, вторая комиссия по торговле на пляже. Что это беспокоит всегда? Это то, что первое, пляж не убирается, размещение торговых точек, вот эти все арендованные объекты, земля в собственности и, естественно, маломерные суда, которые стоят сегодня. Это чистка дна и маломерные суда, которые там работают. Когда подняли вопрос по маломерным судам, все службы говорят: мы там навести порядок не можем. Почему? Потому что користувач пляжа должен иметь паспорт пляжа, привязка к пляжу, эти суда должны для них, маломерным судам должны быть обозначены дорожки, они должны там парковаться, но еще у них база паркования по парковке должна быть, чего нет. То есть они отрапортовали, ничего нет, мы контроль установить не можем, потому что не знаем, кто там работает. Что мы делаем сегодня? Мы собрали тогда по распоряжению, мы собрали Укрмостричинспекцию, мы собрали руководителя погранслужбы, это пограничная зона, естественно, уже другие нормативные документы вступают в силу. Мы собрали райадминистрацию, сельский совет, комиссии и решали, каким образом вопрос. ААС не пришел. Тот, кто является сегодня користувачом пляжа, он просто не пришел для решения вопроса. Но перед этим показал, что на побережье 13 мест, где осуществляют свою деятельность маломерные суда. Это катамараны, это скутера. Есть определенные условия, для которые дают разрешение. По крайней мере, люди, которые их управляют, должны иметь соответствующие документы. Организации или частный предприниматель, который осуществляет эту деятельность, должны иметь лицензию. Ничего подобного этого нет. И представьте себе, Коблевская зона уникальна в своем существовании, потому что по всему побережью Черного моря, и в Скадовске, и на Азове, и в Одессе, кто осуществляет эту торговлю, все деятельности, извините, они имеют эти лицензии. А почему-то только Коблевская зона без лицензии. То есть все уходили от решения этого вопроса. Но, насколько мы знаем, платежи ходили с каждого судна, кому-то оплачивалось $1000. И вот мы теперь начали эту систему рушить. Значит, мы выехали с комиссии, определили, из 13 мест только 5. Нарисовали схему пляжа, ААСа не было, мы нарисовали схему, бизнес согласовал с Укрмочинспекцией и с погранслужбой. Рисовали места, где они должны осуществлять деятельность, только 5. То есть там, где должны быть дорожки. Определили, после того, как комиссия отработала, определили 2 места, где будет базироваться транспорт. То есть на ночь он должен куда-то заходить. Оказывается, 2 базы отдыха, это наука и автомобилист, по-моему, они уже имеют полный пакет документов для того, чтобы у них была эта база базирования. Но по каким-то причинам им не согласовывали отдельные моменты. Вот мы теперь комиссионно с этими документами идем, досогласовываем, и там есть все материальная база, все есть для того, чтобы эти были базы базирования. То есть базы базирования теперь уже четко будут в Коблевской зоне. Выделим 5 дорожек. Я думаю, что до вот это 28 числа, когда уже будут заезжать массово отдыхать и наши жители Николаевской области, и приезжие из других регионов будут, в этом отношении будет полный порядок. Потому что общались с бизнесом, который осуществляет там действия, да мы готовы, скажите нам, дайте нам право. Нам же просто этого права не давали. И вот мы теперь это все расставляем на свои места, службы все работают, и таким образом мы нашли путь решения. Твердые бытовые отходы будут, ну они же там под заборами, все эти бутылки, пакеты, все это просто в ужасном виде. В предыдущие годы лежало, в этом году не было, не знаю, говорить не могу. Но вот думаю, что когда стартует по-настоящему сезон, все это, если сейчас этого нет, то оно появится. Что с твердыми бытовыми отходами? Есть там решение какое-то? Да, вот сейчас скажу, что мы сейчас делаем. То есть на протяжении 2 месяцев мы слышали яркие, такие громкие обещания собственника ААСа о том, что там будет наведен порядок, что они будут убирать, что у них будет 70 человек работать, постоянно будет вывозиться мусор, что они заключили договора. Прошел месяц, и мы пошли проверяли все, что там сделано на пляже. Ничего.
Ни мусорных мест для сбора мусора нету, корзин нету мусорных, раздевалок нету, ничего, абсолютно ничего, песок не чистится. Хотя они говорят, мы песок почистили, расходы понесли. Комиссия засняла о том, что до сегодняшнего дня никакой чистки не было, кроме тех мест, где уже, скажем, взяли ряд баз, уже просто сами чистят. Ряд баз просто они говорят, мы сами выходим и чистим. Поэтому сказать, что сегодня сильно грязное побережье, нет. Ну сезон не начался. Смотрите, что сейчас мы делаем. Значит, провели мы комиссию, показали весь ужас, который создает на сегодняшний день, создан именно ААСом. Готовится распоряжение, мы теперь акцентировали это все, видео сняли, зафиксировали все. И теперь мы идем к губернатору с предложением о том, чтобы распоряжение было губернатора, теперь распоряжение губернатора было на расторжение договора. Однозначно, другого быть не может. Сегодня, идя к вам на эфир, я уже разговаривала с нашими активом баз отдыха, у нас уже больше 60% уже объединились, директоров баз уже объединились. И все вместе решают вопрос. Они приняли решение, что мы уже не будем ждать, когда расторгнут договор. Они уже своими силами отторгают оттуда ААС. С маломерными судами решают. Спасательными постами уже бизнес будет решать. Будут ставить сами они кабинки. И это все они сделают вот буквально 2-3 дня. Сегодня они уже пошли на переговоры с собственником машины, которая чистит, сеет песок. И они должны завтра, послезавтра, самое позже, это полностью навести пляж. То есть мы уже, несмотря на то, что есть договор аренды, учитывая то, что они не выполняют свои условия, а в договоре написаны определенные условия, что они должны их делать, в связи с невыполнением однозначно расторжения договора, и переводим мы сейчас, распределяем между директорами баз, и будет чистка пляжа. Вот посмотрим буквально через 2-3 недели за результатом. Ну что, абсолютно искренне хочется пожелать вам всем порядка, удачи, и, собственно, и вам, как руководителю профсоюза малого и среднего бизнеса, и, собственно, предпринимателям, которые работают, да и, собственно, всем нам, потребителям этой услуги, которую потенциально, хорошую потенциальную услугу может предоставлять курорт Коблево. Хочется пожелать вам всем удачи. Алана Андреевна Герасимчук, глава профспілки працівників малого та середнього бізнесу Миколаївської області, була сьогодні нашою гостею та відповідала на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам, до побачення. До побачення.